А каким образом происходит эта вакцинация? Не путайте, это не прививка в нашем понимании, это чипирование. Молчите. Те, кто управляют этими чипами, имеют полную возможность вами руководить. Героиней этого безумного демарша объявляется Грета Тунберг. Почему? Лето в пионерском галстуке. ЛВБГ. Похоже, да, ЛГБТ. Это лихая работа, ребята. А ты охотник или пидорас? Почему он стал таким? И вообще, какой он на самом деле? Вот отец и сын гуляют по Риму. Пока вся страна сидела за железным занавесом, для клана Михалковых его не существовало. Плейбой советский, такого международного класса. Существует, значит, даже такой термин, если говорят о Михалкове. Никита Сергеевич, ну похвалитесь. Показать? Ну, конечно. Что же. Никита Михалков получил таки Оскар за «Утомленных солнцем». Но что он тут устроил по приезде? Вызвал батюшку осветить статуэтку, и тот именовал ее при освящении сей предмет. Высокое превосходительство, господин президент. Никита Сергеевич высоким превосходительством назвал. Он стал рассказывать про то, как его загнали в армию, и как, в общем, его там унижали или что-то такое. Вот он буквально чуть не плакал, и это было просто видно, что он до сих пор вот помнит эту обиду. Все вы меня здесь шутом считаете? Что вы знаете про меня? Что вы все про меня знаете?